Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Нужно поскорее найти выход. Черт! Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Твою же! Ты что там шумишь? Долбаный компрессор! Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату.